Всем привет, я Юра, это канал «Винные излишества». У меня в руках бутылка «Шато де Талю», «Каберне Совиньон» 2020 года. Вино называется «Энолог». На бутылке изображен сам главный винодел Франк Дюсинер. Так, но у меня возник один вопрос. У вина достаточно длительная выдержка в дубовых бочках, 18 месяцев. Я хотел открыть его сегодня, но я посмотрел, оно было разлито буквально месяц назад. Не рановато ли это, а? Может быть, дать ему еще полежать годик, может быть, два? А давайте-ка спросим у создателя этого вина и главного винодела, винодельни «Шато де Талю», Франка Дюсинера, когда лучше открыть это вино? Меня зовут Франк Дюсинер. Мы сейчас на винограднике «Шато де Талю». Я вам представляю новую линейку «Энолог». Вино было разлито 25 августа 2023. Это год урожая 20. И он лежал на сеточный контейнер больше 6 месяцев, чтобы вам предлагать вино уже готов к потреблению. Мы оформляем потихоньку эти бутылки, поэтому дата, которую считаете на колпак, это дата, когда вино было оформлено, когда поставляем колпак, акцизные марки и этикетки. Вино можно потреблять сейчас, но правильно можно тоже поставлять у себя в подвале и ждать до 5 лет, я думаю. Франк, мерси за ответ. Значит, будем пить его прямо сейчас. А вы ожидаете мой видеообзор в Ютубе и Телеграм. Не забывайте подписываться. Ставьте лайки. Чао.